Победа! Красный король! И как всегда, не теряешь рассудок перед часами. Похвально, похвально. Твои друзья каждый раз страдают, говоря о своих переживаниях, которые мучают их из века в век. А ты каждый раз все это слышишь. Я знаю, как тебе это не нравится. У тебя на лице все написано. Забавно, забавно. Ты так злишься, когда они мучаются. Ну такова их жалкая природа. Смирись с тем, что ты сильнее их. Они давно позади тебя. Да-да. Но что же ты молчишь? Ах да, ты же не можешь сейчас говорить. В таком случае, доставай свои карточки. Давай, давай. Всего 3 мертвые карты? Как же интересно. Тебе везет. Я думал, помрет больше. Показывайте и вы свои карты, болванчики. 5 карт у розового. Как же ты смешно дергаешь. И 6 карт у серого ворчуна. Хорошо, хорошо. А что же пиковый король? Опять остался в дураках? Опять будет тратить остатки энергии на воскрешение? Как всегда, как всегда. 11-11. Ха-ха-ха. Радуешь, радуешь. Ну хорошо, хорошо! Что ты взъелся? Пошутить уже нельзя! Когда дело касается твоих друзей, ты прямо сам не свой! Тасуем карты! Тасуем карты! Левый, братец! Время пришло! Как много карт! Аж глаз радуется! Глаз радуется! Глаз! Глаз! Ну, вы поняли. Восстановление прошло успешно. Козырь избран. Удачи в новой игре! Данте! Данте! Ты живой? Габриэль, сколько я тут уже лежу? Ровно 10 минут 35 секунд. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Когда-нибудь я тебя переиграю, Данте. Я стану лучше тебя. Идем, Вару. Погоди, куда ты так быстро? Я еще с желтым не разобрался. 56, 57, 58, 59, 11 минут. Молодчина, Габриэль. Если Пик так и будет продолжать зацикливаться на своей победе, то это ни к чему хорошему не приведет. Я переживаю за Пика. Я пообещал ему, что не буду поддаваться. Он хочет доказать мне, что силен. Но мне это не нужно. Ему нужно доказать это в первую очередь самому себе. Пик бы лучше перестал жить вечными соревнованиями и заключил договор о сотрудничестве с кем-нибудь из нас. Его высокомерие его и погубит. Сам же себе жизнь усложняет. Вот потратится у него энергия масти. И что он будет делать? Каждый раз тратит все силы на выигрыш, но все впустую. Вот же упрямец. Он бы не тратил ее так много, будь у него союзники. Где тут логика? Ее нет. Совершенно нелогично. Хорошо,